Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Ну, очередной раз я приехал на то же самое место, специально. Третий раз. У меня, честно говоря, обрывается все внутри, потому что, это ровно там неделя прошла. Смотрите. Куда это годится, а? Смотрите. Сколько бычков можно было тут курить, кидать. Это хлопцы гуляли всю ночь. Сердце просто обливается кровью. Понимаете? Смотришь на это все. И такое ощущение, что люди живут одним днем. Им глубоко наплевать на будущее, на своих детей, на Украину, на всех, понимаете, на все. Ой, нет слов. Это же не сделал Зеленский, это не сделал Порошенко, это не сделал Путин, в конце концов. Это мы с вами взяли тут и нагадили. Друзья, я, наверное, знаю нормальный способ, как можно навести один раз порядок и его поддерживать. И как найти бесплатное место на Днестре. Потому как реально на Днестре мест нет. И ходить искать их бесполезно. Потому что стоят по 10, по 12 удилищ на нос, берут рыбы немеренное количество. Смотрите, сколько мусора. В общем, друзья, есть такой вариант. Я создаю группу в Вайбере. Называется «Все для клёва». Номер этой группы мой, как администратор этой группы, есть внизу в описании к этому видео. Смотрите, что творится. Сколько мусора. Господи. Здрасте. Смотрите, это же ужас, что творится. Значит, идея такая, что один раз наводится порядок на этом месте, на каком-либо, на Днестре, и участники группы выставляют это свое место, указывают там его координаты. В группу кидают ссылочку, как туда можно подъехать. И абсолютно бесплатно, подчеркиваю, абсолютно бесплатно. Эти места передаются друг другу, подписчикам, все для клёва. То есть те, которые есть в Viber-группе. Вот, смотрите. Возле каждого места очаг мусора. Одно, два, три места. Потом может быть больше, чем больше будет группа, тем больше будет мест, которые будут просто чистые и адекватные люди и будут передавать эти места друг другу бесплатно. Через Viber-группу. То есть приехал на место, я завтра уезжаю, кто хочет меня поменять? Такой-то раз написал, да, я приеду, поменяю. Все. Потом уже в личке переписались и нашли друг друга. Здравствуйте. Вот такой вариант я придумал для того, чтобы можно было очистить наш Днестр от мусора и реально найти бесплатно место. Потому как это свинство уже, честно говоря, достает. Просто достает. Смотрите, что творится. Смотрите. Это же полный капец. Это мы с вами прошли всего лишь там каких-то там 100 метров. Смотрите. Так что, друзья, вот на этот номер пишите, кто хочет вступить в нашу Viber-группу. Делитесь информацией о рыбалке, о своей. Не только на Днестре, но и в других водоемах. Смотрите. Будьте с каналом «Все для клёва». Будьте с бесплатными местами, с нормальной, адекватной аудиторией, которая подписана на канал. И с чистым Днестром, как минимум для начала.
Потому что это уже надо прекращать. Никто, кроме нас, с вами, нормально порядок не наведет.